Всем привет! Сегодня я хочу вместе с вами приготовить спагетти со сливочно-грибным соусом. Это блюдо очень простое и быстрое в приготовлении и не требует много ингредиентов. Что же нам сегодня с вами понадобится? Это, собственно, сами спагетти у меня вот такие вот, сливки 20%, шампиньоны, лук, немного растительного масла для того, чтобы обжарить грибочки и лучок, соль и перец. У меня сегодня вот такая приправа, букет перца. Ну что, давайте приступим к приготовлению. Спагетти отправляем вариться. Пока варится наш спагетти, мы приготовим как раз-таки соус. Я уже нарезала лук мелко, мелким кубиком. И сейчас буду резать шампиньончики. Сейчас я вам покажу, как я режу шампиньоны. Если это мелкий гриб, то я его просто разрезаю вдоль. Но у меня сегодня вот такие крупненькие, поэтому сначала я режу пополам, а потом вот на такие вот кусочки. Вот такие вот кусочки. Таким образом я сейчас порежу все грибочки. Все грибы я нарезала, и сейчас на сковороду с раскаленным растительным маслом я выложу лук и грибочки, и будем их обжаривать. Сейчас слегка лук поджарится, и я добавлю к нему грибочки. Сейчас еще немного грибы пожарятся, и я добавлю уже сливки и специи. Грибы достаточно обжарились, и теперь я добавляю соль, букет перцев. И сливки 20%. Теперь я накрываю крышкой наш соус, и он будет тушиться на медленном огне до загустения сливок. Все, наш соус готов, сливки нужной консистенции, и осталось только добавить сливочно-грибной соус к спагетти, который мы уже отварили. Ну а на сегодня я хочу с вами попрощаться. Если вам понравился этот рецепт, то поставьте мне, пожалуйста, лайк, не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. На сегодня у меня все, до новых встреч, пока-пока!